Журналист и радиоведущий национальной телерадиокомпании «Чувашия» Максим Попов получил гран-при фестиваля «Солдатский конверт» 2021, завершившегося в Ставрополе. Высокой награды наш коллега удостоился за композицию «Сурский рубеж», посвященную подвигу тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Максим Попов известен в Чувашии как талантливый исполнитель, но в этом случае он выступил и как автор стихов и музыки. Жюри, в составе которого были народный артист РСФСР Лев Лещенко, народная артистка России Мария Аронова, певица Ольга Кормухина, единогласно присудила ему гран-при в номинации «Вокалисты». Максим Попов исполнил песню «Сурский рубеж». Песня, которая поразила в самое сердце всех членов жюри, они единогласно присудили эту самую победу. Давайте еще раз искупаем аплодисментами. Максим Попов, Республика Чувашия. Заслуженная награда, действительно.